Воу, ты просто на это посмотри! Кажется, я смог сделать настоящую планету Хаги-Ваги! Офигеть! Я такого точно не ожидал увидеть! Так, еще совсем чуть-чуть, и я так думаю то, что моя планета уже наконец-то станет настоящей квадратной землей. И как ты понимаешь, мы с тобой даже сможем поиграть в настоящий Майнкрафт. Все, кто думали, что Земля на самом деле круглая, кажется, вы немножечко ошибались. Так, сейчас я быстренько должен проверить то, что все стороны у меня идеально ровные. На всякий случай, с этой стороны сделаем еще несколько черных дыр. Да, вроде бы все сейчас получилось. Капец, а с этой стороны планеты очень ярко светит. Такое чувство, что это не планета, а самое настоящее солнце, звезда. Капец, я аж максимально в шоке. Ладно, думаю, то, что сейчас у меня все, конечно же, получилось. Просто восстанавливаем планету, и наша планета стала квадратной. Я как будто бы сейчас оказался в настоящем Майнкрафте, что? Это выглядит прям очень эпично. Ну а что, если мы с тобой реально сделаем настоящую планету из Майнкрафта? Мне нужно просто стрельнуть вот этим вот оружием. Мы просто должны взять один разочек выстрелить и в это время сразу же восстановить нашу планету. Сейчас взрыв пройдет, опа-на, вроде бы все готово. Ой, у меня аж даже какая-то реклама вылезла. А я уж на секунду подумал, что у меня все залагало, но нифига подобного. Игра у нас на месте, все работает, и ты просто посмотри на эту реалистичную планету из Майнкрафта. Она выглядит прям очень эпично, и я не знаю, когда ее добавили в игру, но вроде как уже давненько. И тогда у меня есть вопрос: а вы чем молчали-то? Вы же знали, что эту планету добавили в игру. Почему вы даже мне об этом не сказали? Потому что мне на самом деле очень интересно узнать, что же находится внутри этой планеты. Давай сделаем самые настоящие черные дыры, и это, конечно же, узнаем. Надеюсь, то, что мой компьютер хотя бы от этого не взорвется. Капец, как это все эпично выглядит. И смотри, у нас здесь реально блоки, то есть планета разрушается по блокам, как в настоящем Майнкрафте. Так, дальше у нас блоки... это блок земли, по всей видимости. Дальше идут блоки камня, а под ней блоки лавы или магмы. Но выглядит они, конечно, очень эпично. Так, подожди, мне кажется, то, что оружие нам немножко не подходит. Давай возьмем какой-нибудь эпичный луч и просто попробуем насквозь прострелить всю эту планету. Капец, у меня даже не получается этого сделать. Стоп, а еще я увидел то, что у меня оружие есть 1, 7 и 14 уровня. А где мне взять 7 левел? Подскажите мне кто-нибудь, пожалуйста. Окей, давай тогда просто сейчас возьмем немножечко оружие на настроим и поменяем луч. Пусть он будет красного цвета, такой же, как кнопка подписаться у нас была когда-то давным-давно. Потому что, как ты знаешь, сейчас кнопка подписаться у нас черного цвета. Так, по всей видимости, луч выйдет с этой стороны. Но у самых лучших подписчиков кнопка подписаться, конечно же, серенького цвета. И я надеюсь, то, что она у тебя тоже такого цвета. А здесь мы можем просто внимательно... Ой, я не хотел сейчас стрелять. Здесь мы можем просто взять и внимательно посмотреть, какие слои находятся у нас в нашей планете в Майнкрафте. Да уж, кажется, я ее как-то немножечко это... сломал. Окей, давай тогда просто вернемся обратно. Не, подожди, я хочу вернуться на обычную планету, потому что у меня еще есть чем заняться. Возвращаемся обратно на Землю. Давай теперь попробуем выбрать настоящих инопришеленцев и попробуем просто разрушить нашу Землю. Потому что именно с помощью этих монстров мы сможем выполнить еще одну очень интересную ачивку. Надеюсь, то, что это произойдет прямо сейчас, потому что этих монстров реально очень много. Капец, у меня же даже игра залагала. Но ачивку я все-таки получил. И прямо сейчас мы с тобой можем открыть секретную планету. Секретный пустой мир. Да, уж это выглядит, конечно, немножечко странновато. Но это, конечно же, не все планеты, которые мы с тобой можем сделать. Давай теперь вернемся обратно на обычную Землю. У нас же тут появились самые настоящие новогодние подарочки. И ты просто посмотри, как их много и какие они красивые. И мы с тобой, как настоящие Деды Морозы, должны этими подарочками засыпать абсолютно весь мир. Для того, чтобы получить еще одну очень интересную ачивочку. Так, стоп, а что, подарки-то исчезают, что ли? Нет, вроде бы стоят на месте. Окей, тогда сейчас быстренько все мы здесь засыпем. Как я тебе уже сказал, подарочков реально должно быть очень много. Так, Россия находится здесь. Давай здесь особенное количество подарочков, конечно же, сделаем. Кстати, а напиши еще обязательно в комментариях внизу под видео, в какой стране ты прямо сейчас находишься. Мне просто очень интересно это узнать. Потому что я сейчас нахожусь в России, и у меня на улице капец как холодно. В прогнозе погоды вообще пообещали то, что сегодня будет минус 40 градусов. Я надеюсь, то, что такого все-таки не будет. Ну а мы просто берем и снежками взрываем все эти подарки. Ёк, макарёк. О, а у меня еще и ачивочка разблокировалась. Я думал, сначала нужно было все подарки взорвать, но ты просто посмотри. Я
две ачивки разблокировал, что? А вторую-то что я сделал? Третью? Да вы что, дураки, что ли? У меня, кажется, разблокировалось три новых планеты. Я даже не ожидал такого сделать. Я планировал просто получить одну новенькую планетку, которую тебе сейчас покажу. А я на самом деле даже немножко в шоке. Тут вообще какие-то монстры появились. Что вообще происходит? А, стоп. Это что, из этих подарков, что ли, монстры появляются? Да уж. Кажется, подарочки-то у нас с сюрпризом. Окей, давай мы с тобой уже все-таки остановим эту вакханалию, потому что реально происходит просто какой-то капец. А я просто хотел взять и показать тебе тот самый шарик, который я только что разблокировал. Если у меня, конечно, игра перестанет лагать, будет просто опупенно, поэтому нужно как можно скорее быстрее зайти в этот шар. Опа-на, ты просто посмотри, какой он крутой. Я, конечно, понимаю, ты уже даже в школу вышел после новогодних праздников, а у нас Новый год, можно сказать, только начинается. Ты посмотри, какой крутой шар. И я знаю то, что внутри него есть снег, а я могу его как-нибудь расшатать или нет? Ладно, это мы еще, конечно же, узнаем, но у нас в первую очередь здесь, конечно же, есть елочка, и мне кажется, что вот этой елки здесь как-то недостаточно, поэтому отправляю вторую. Ты посмотри, как она эпично летит, и кажется, сейчас стекло немножечко бум, лопнет. Сейчас мы это быстренько проверим. Смотри, реально, ну просто пытается его насквозь просверлить. И что, получится или нет? Ну-ка, давай узнаем. Что-то кажется, она просто в стеклышко уперлась, и все, не получается. Окей, тогда сделаем небольшую подмогу. Выстрелим этим лучом. О, смотри, там еще и снег начал двигаться, поэтому нам нужно просто стрелять. Воу, нифига себе, кажется, снег сейчас немножечко разлетится в разные стороны по всему космосу. Окей, я в принципе не против, но мне кажется, то, что здесь под елкой как-то слишком мало подарков. Давай-ка мы еще парочку подарков, конечно же, закинем. Э, а что стекло-то появилось заново? Такого я не ожидал увидеть. И думаю то, что его, конечно же, нужно немножечко разбить. Правда, под подарками оно разбивается прям как-то слишком долго, поэтому давай затестируем еще другие оружки. Тем более, что я видел, что здесь есть какие-то настоящие пчелы. Офигеть! Точнее, это какие-то странные жуки были. Но у нас еще, конечно же, есть настоящие пчелы из Майнкрафта. Я их только что разблокировал, но я даже на самом деле не понял, как я это сделал. Но пчелки эти выглядят вообще очень круто. Ты смотри, какие они миленькие. Но мне на самом деле кажется, с ними лучше не связываться. Окей, с этим мы совсем, конечно же, разобрались. От елочки, кажется, у нас ничего не осталось. Но мне вот интересно узнать, а ты же знал то, что здесь еще и можно сделать кастомную планету, то есть ее можно создать самому. Кажется, после того, как ты посмотришь рекламу. Смотри, у нас есть абсолютно пустая планета. Здесь даже еще не живет абсолютно ни одного человека. Но мы сейчас с тобой, конечно же, это исправим. В общем, я хочу просто взять немножечко здесь сделать гор. Ты посмотри, делаем их, конечно же, вот с этой стороны и вот здесь. Потому что, как ты понимаешь, я хочу сделать одного очень интересненького персонажа. Интересно, а ты уже догадался, какого именно или нет? У него будут очень миленькие глазки, но нам нужно сначала выбрать цвет этих глаз. Так, черный. Подожди, я не помню, вроде бы они были белые. А вот с этой стороны нужно просто взять и сделать черными блоками. О, вот сейчас просто в самый раз. Эту панельку мы закроем. Давай теперь немножечко отредактируем цвет нашего моря. Он должен быть очень-очень яркий. Ну так, конечно, перебор, пусть будет. Давай, короче, попробуем ближе к синему сделать. Вот примерно так. И оттенок сделаем чуточку потемнее. Думаю, так будет достаточно. Дальше нашему персонажу нам нужно сделать огромный страшный рот. Но перед этим, подожди, у нас есть еще облака. Цвет этих облачков мы тоже, конечно же, можем редактировать. Можем сделать синий, зеленый. Но я, пожалуй, оставлю лучше синенький цвет, потому что он так выглядит очень круто. Мне нравится. Давай теперь приступим к рту. Рот у нас будет, как я тебе уже сказал, очень-очень страшный. Поэтому нам сейчас самое главное с ним просто не накосячить. Так, мне кажется, я все-таки что-то сделал не так. Давай его лучше сотрем и попробуем сделать заново. Здесь мы территорию увеличиваем, здесь тоже. А потом уводим в самый низ и здесь также делаем настоящие горы. Ну, эти горы будут на нашей планете. А если мы посмотрим на чувака, то это получается его рот. Да уж, пока что как-то немножечко кривоватенько получается. Нужно это все дело как-то немножко исправить. Напиши в комментариях, если ты уже догадался, какого персонажа я хочу сделать. Но я думаю, это на самом деле очень
очень очевидно. Да уж, ему чего-то точно не хватает. Точняк, я понял, у него должны быть красные губы. Так, давай посмотрим, из чего мы можем их сделать. Если мы возьмем просто красный лазер, его сделаем чуточку послабее, сможем ли мы сделать ему красную обводку или нет? Давай попробуем. Подожди, я редактирование пока не хотел делать. Я хотел просто сюда немножечко пострелять и сделать ему контур у его рта. В принципе, я думаю, то, что выглядит похоже. Главное, только не накосячить, как я тебе уже говорил. Так, камеру сделаем чуть-чуть поудобнее и начинаем стрелять вот с этой стороны. Опа-на! Мне кажется, что так выглядит вообще максимально обупенно и, конечно же, похоже на того персонажа, которого я задумал. Так, подожди, только у него глаза какие-то слишком грустные. Нужно один разочек сюда стрельнуть и один разочек вот сюда. Во! Вот сейчас он... Ладно, веселее как-то немножечко не стал. Но я знаю, что, конечно же, может его развеселить. Если ты прямо сейчас поставишь лайк на это видео, поставь, пожалуйста, лайкосик, и тогда наш Хаги-Ваги станет очень-очень счастливым. Да, как ты понял, я реально планировал сделать настоящего Хаги-Ваги. Но этот Хаги-Ваги будет, конечно же, необычный, потому что мы сейчас переходим на другую сторону, и здесь уже сделаем... О, подожди, стой, 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 сейчас стрелять я не планировал. Вот часто я как раз-таки хотел сделать территорию. Блинский, блин, немножко перепутал. Окей, давай просто здесь сделаем настоящую территорию, где будут проживать обычные люди. Потому что из этого Хаги-Вагиса я планирую сделать еще одну очень интересную планету. Мне кажется, то, что про нее ты, скорее всего, еще не слышал. В общем, нам нужно просто взять и немножечко сейчас заполонить нашу Землю. Так, они увеличиваются как-то слишком долго, поэтому нам нужно этот процесс чуть-чуть ускорить. Эту штуку быстренько убираем и начинаем рассаживать на нашей планете целую кучу людей. Мне кажется, то, что территория какая-то слишком маленькая, поэтому столько людей, сколько я хотел, сделать, наверное, здесь не получится. Нужно просто нашу территорию чуточку увеличить. Надеюсь, хотя бы на Хаги-Ваги этого будет не видно. Да, в принципе, вот если мы со всех сторон смотрим, вроде бы ничего не заметно. Окей, тогда возвращаемся обратно и продолжаем еще немного увеличивать территорию. А потом берем людей и начинаем их также здесь рассаживать. В общем, смотри, видишь, у меня сверху сейчас растет количество людей на нашей планете. В общем, мне нужно просто взять и сделать идеально ровное число. 10 миллиардов 854 миллиона. И главное, не накосячить. Смотри, уже у меня есть 9 миллиардов. Давай планету немножко повернем, чтобы было чуточку поудобнее. И еще совсем чуть-чуть, и я уже выполню свое задание. 760, ой, кажется, чуть-чуть переборщил. Окей. Хорошо, что мы хотя бы нашу численность можем немножечко уменьшать. Сейчас опять переборщил, стало меньше, чем нужно. Короче, берем тогда плюсик и потихонечку сейчас будем просто всех досаживать. 822, 27, 31, 33. Вот сейчас нужно быть прям максимально аккуратным. 851, 852, 53, 54. Вроде бы все идеально. И планета на месте, и Хаги-Ваги наш, конечно же, тоже не пострадал. Кстати, планету, если что, мы также можем отредактировать. Либо сделать ее очень холодной. Да уж, мне кажется, такого лучше делать не нужно. Давай вернем все как было. Можем добавить побольше облачков или наоборот их убрать. Но без них, мне кажется, выглядит как-то слишком скучно. А еще можем сделать настоящие метеориты или даже защиту. Не, ну это выглядит прям вообще нереалистично. Выключаем и то, и другое. А сейчас нашу планету нужно просто сохранить. Если что, это первая планета, которую я вообще когда-либо сохранял. Сейчас нужно просто выйти и эту сохраненную планету перезапустить. Ой, или нет? Подожди, кажется, я что-то сделал не так. У меня должна разблокироваться новенькая планета. Мы заходим в Солнечную систему. Как ты видишь, у Земли есть прям очень много разных видов. Но мы с тобой должны выбрать именно подходящий. Стоп, я не понял. У меня должна разблокироваться Земля 2100 года. Почему этого сейчас не произошло? Может быть, нужно просто восстановить нашу планету? Давай попробуем это сделать. Нет, нифига. Погодите, вы чё, решили меня заскамить, что ли? Чё за фигня только что произошла? Нифига не понял прикола, что сейчас только что было. Ну, вроде бы я только что получил ачивку. Я еще и успел сделать две планеты. Одну в виде пончика. Но я думаю, что ты про нее и так уже, скорее всего, конечно же, знаешь. А вторую плоскую. Да, мне кажется, то, что от этого сейчас некоторые люди просто максимально в шоке. Если что, солнце у нас просто летает над землей. Да, кто не знал этого. Но нас, конечно же, интересует
следующая планета, которую я тебе хотел показать. Земля 2100 года. Я на самом деле не вижу особых изменений, но по всей видимости планета в 2100 году будет выглядеть именно так. На Земле будет жить больше 10 миллиардов людей. Это просто какой-то капец. Я максимально с этого в шоке. А еще я разблокировал какой-то джедайский меч. Да уж, этот лазер стреляет прям очень эпично. Но я думаю, то, что ты можешь сделать еще эпичнее, нужно всего лишь поставить лайк на это видео, подписаться на канал и максимально эпично нажать на вот это вот видео. Главное, только экран телефона не сломай. А так тебе нужно 100% поторопиться нажать на этот видосик, потому что он тоже был очень интересный. Нажимай на него скорее.